Руководство для выпускников средней школы. Как зарабатывать деньги без высшего образования? Некоторые семьи, друзья или профессиональные коллеги могут плохо относиться к вам из-за вашего решения не поступать в колледж. Верна ли эта точка зрения? Вы меньше человек, если решили не ходить в колледж? Ответ – нет. Все люди равны, и вы не меньший, если решили пропустить колледж в это время. Вы всегда можете подумать о том, чтобы поступить в колледж в другое время. Но даже если вы никогда не поедете туда, вы все равно сможете оставаться очень умным, экспертом в своей профессии или добиться выдающихся успехов в своей жизни. Колледж не определяет вас. Вы тот, кто вы есть, независимо от колледжа. У вас есть так много вариантов того, чем вы можете заняться после школы. Не существует правильного ответа на вопрос, что вам следует делать. Многие эксперты советуют делать то, что у вас получается лучше всего. Делайте то, что в ваших силах. Я хочу добавить, делайте то, что вам нравится, потому что вы добьетесь успеха, если будете делать то, что любите. Вы можете получить максимальный заработок, оставаясь в пределах своих сильных сторон и с энтузиазмом относясь к тому, что вы делаете. Некоторые люди смотрят свысока на профессиональные училища. В старших классах профессии всегда занимались те, кто не мог добиться успеха в старших классах. После окончания средней школы вы учитесь, и эти профессии многократно увеличивают число тех, кто заканчивает колледж. Профессии научат вас жизненным навыкам, которые дадут вам большую гарантию трудоустройства. У вас всегда будет работа. Зачем идти в колледж, получать все эти долги, а затем зарабатывать меньше, чем ваш местный водопроводчик, электрик или подрядчик, которому не нужна ученая степень, чтобы добиться успеха и работать? Мы живем только один раз. Я говорю, будьте внимательны, куда вы решите потратить свое время. Знайте, что у вас есть множество вариантов. Выбирайте, исследуя профессии на сайте indeed.com, и находите что-то с большим количеством вакансий и довольно хорошими ставками оплаты. Вы можете быть кем угодно и делать что угодно, но обязательно найдите карьеру с гарантией занятости. В мире после COVID-19 вы, возможно, захотите узнать, возможно ли удаленная карьера, если вы этого предпочитаете. Стоит ли слушать других и идти в колледж, если не хочешь? Нет, будьте смелыми и делайте то, что лучше для вас. Делайте то, что, по вашему мнению, позволит вам добиться наибольшего успеха, и этот путь может не включать обучение в колледже. Если вы не хотите ехать, вы не сможете выступать на самом высоком уровне, пока будете там. Я не рекомендую наполовину заниматься тем, что вам не нравится, когда ты можешь полностью посвятить себя тому,
Что тебе нравится? Существует множество ценных профессий, и не для всех из них требуется высшее образование. Вы можете сделать бесценную карьеру и без ученой степени. Что вам следует делать в жизни? Сначала решите, что у вас есть, ваши сильные и слабые стороны, ваши навыки, ваши увлечения и ваши цели. Исследовательская карьера. Я рекомендую узнать больше о выбранном вами карьерном пути, изучив его с помощью поиска в Google, поиска видео на YouTube и поиска на сайте .com. Что, если я хочу разбогатеть и помочь своей семье, которая испытывает финансовые трудности? Если вы хотите стать миллионером, колледж – не лучший способ. Путь в колледж требует много времени, усилий и долгов. Затем, после колледжа, вас ждут бесчисленные часы работы, потому что вам нужно выплатить эти долги, а затем работать, чтобы добиться успеха. Если вы занимаетесь торговлей, вы можете не зарабатывать долги за колледж и получать почасовую ставку более $80, которая всего за 25 часов в неделю может принести вам $8000 в месяц, что буквально больше, чем большинство людей когда-либо зарабатывали со степенью бакалавра и магистра. Я говорю это исходя из опыта, и у меня лучший средний балл в ведущей школе экологического права. Да, инфляция существует, поэтому зарплаты растут. Если вы хотите помочь своей семье финансово, попробуйте карьеру в сфере недвижимости, технологий или бизнеса. Удачи в ваших решениях. Смело идите к своей мечте. Спасибо всем, что присоединились ко мне в этом видео. Обязательно подпишитесь и нажимайте на видео, показанные здесь, чтобы посмотреть больше видео и улучшить свою жизнь.